Эти хищные пираньи могут за несколько минут съесть небольшого бычка. Голодные рыбки – одни из многочисленных обитателей Нового Самарского океанариума. Более 4000 рыб речных и морских, животных и даже птиц уютно расположились в просторных вольерах и аквариумах. Общий объем воды здесь 800 тысяч литров. Для ветеринаров, аквариумистов и зоотехников обслуживать такой объем – задача не из легких. Но, признается главный ихтиолог Людмила Хананова, работать с таким разнообразием живых существ – огромное удовольствие. Это животные со своим характером, со своим поведением, со своими привычками, к которым надо найти подход. С ними надо работать именно, как с личностями. Их надо дрессировать. В океанариуме установлен самый длинный в Европе аквариум с единой биологической системой, где содержатся экзотические рыбы Северной и Южной Америки. Только здесь в единственном экземпляре в России представлены азиатская аравана, американская аравана-альбинос и индийский нож-альбинос. Отдельный вольер отдан нильским крокодилам. К ним можно подобраться неприлично близко с помощью специальных смотровых площадок за прочным стеклом. Самая интересная комната – это, конечно же, аквариум с акулами, где хищники плавают даже над головами посетителей. Но акулята пока совсем маленькие, но через год они вырастут в размерах до 1,5 метра. Среди обитателей не хватает только пингвинов Гумбольдта. Они уже в пути из берлинского зоопарка в Самару. Их ждут просторные вольеры с природой Южного полюса. Не только для пингвинов, но и для всех остальных животных подготовили условия, максимально приближенные к естественным. Создание таких крупных аквариумов с морской водой вдали от моря – одна из особенностей Самарского океанариума. Крупный океанариум, они строятся там где-то там около океана, около моря. Да, это просто, это легко, это взял морскую воду и залил, да. Мы создали здесь уникальную экосистему, мы создали свою лабораторию, которая производит идентичную воду, как необходимую для содержания рыб, как пресноводной, так и морской. Работать океанариум будет со вторника по воскресенье. В понедельник у рыб и животных банный день. Сотрудники будут чистить аквариумы и проверять оборудование. Время работы с 9 утра до 9 вечера. Сейчас готовят для гостей и лекционную программу. Скоро начнут проводить и бесплатные экскурсии для воспитанников детских домов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.